Друзья, всем привет! Я захожу в подъезд в Москве, в центре города. И что же я здесь вижу? Смотрите, сколько макулатуры, сколько информационно-пропагандистского хлама, сколько всякой дичи и промывки мозгов на наши с вами деньги, на наши с вами налоги, которые мы платим этому олигархическому антисоциальному государству, мы можем лицезреть. Во все почтовые ящики понапихали вот такую прямую агитацию, пропаганду в поддержку обнуления Конституции, в поддержку государственного антиконституционного переворота и вечное правление олигархата и друзей президента России. Это никакое не информирование граждан о том, что будет голосование, псевдоголосование, квазиреферендум по обнулению Конституции. Это на самом деле прямой призыв. Выбор народа. Народ говорит якобы «да». Друзья, видите буковка «да»? Видите вот «да» красным? Это подчеркивает, что «скажи «да»» значит этой всей истории ахинеи с узурпацией власти. Справедливость, стабильность, суверенитет, якобы это.